сегодня у нас концерт. Концерт «Три пули» будет в клубе «Цоколь». А до концерта я решил пойти в международную, это метро «Международное», там торговый комплекс. И сегодня там концерт величайшего из величайших Игоря Корнелюка. Там будет классика «Дожди», город которого нет. Хочу посмотреть, как это вживую выглядит. Вот, кстати, комплекс, в котором будет действие происходить. Не фейс какой-то. Фейс лох. Дядя Игорь, заебись. Дорога петляет, повернись в ад. Итак, мы едем в самое пекло. Мы едем туда, где басист обвинит меня в том, что я очень плохой человек. Я вокалист группы, я должен держать на своих плечах все, так сказать. Но сегодня тот самый момент, за который мне нужно извиниться перед вами, дорогие зрители. Перед собой, перед Господом Богом, перед всем рэп-кором, мать его. В общем, сейчас заходим на точку. Там будет по-любому... Там будет пиздеж, там будет жара, блядь. Илья там будет стоять выпученными глазами, смотреть на нас. Темная ночь, только пули свистят. Алло. О, звонились. Сейчас мы с ним пообщаемся. Ёпта мать, он не снимает даже трубку. Вот он непоследователен в своих вообще действиях. Интересно, значит, надо звонить Тёмычу. Звоним Тёмычу. Тёмная ночь. Ну открой здесь дверь-то уже. Тёмыч понимает с полуслова, за что я люблю нашего гитариста, он понимает. Здравствуйте. А чё ты трубку не берешь, блядь? Потому что мы, блядь, играем нахуй. Да вы хуйню играете, ваша музыка, блядь, никому нахуй не нужна, блядь. Понял? Понял? Иди сюда, дружок. Вот этот парень. Он идет к нам. Я тебя ненавижу, блядь. И его тоже. Его больше ненавижу. А за что меня? Я спас ситуацию. Тебя я люблю, на самом деле. Илья, вскрывай машину скорей. Сейчас хозяин придет. Как всегда, как всегда, как всегда, взлетные полосы, ядвы, трехмерные фокусы. Я задумывался над возможностями в позе лотоса, размышлял в полголоса. Я тронулся без тормозов на максимальной скорости, получая бонусы.
Кажется, вина лежит на совести. Мой внутренний компас помогает быть в эпицентре на любой точке глобуса. В оптимальном тонусе тембра моего голоса передает значение моей лирики полностью. Лучше Фернандо Торреса выпрыгнул из автобуса. Надо найти магазин до записи еще полчаса. Пива немного хочется мимо зданий, где офисы. Я лечу на студию, круто жить в мегаполисе. Круто сразу потратить все, пока вы экономите. Нужно разум направить свой в русло, пока вы тонете. Держусь своей методики, я в этом деле опытен. Бит раздается в фониках, микрофон в этой комнате. Клешня зажала Хенникен, посмотри сюда, манекен. Жалкий сыночек маменькин, потенциал твой маленький. Я вижу вдалеке новые препятствия и буду преодолевать их, как всегда. Я продолжаю колдовать, веря в себя. Номер один MC, Руси, сия. Над головой небо, под ногами земля. И я смотрю в лицо судьбе смеясь. Куда несет меня ветер? Чем закончится вечер? Сжимаю голову в плечи. Кого из друзей встречу? Кем из них буду замечен? Вспоминаю про печень и понимаю, что нечего делать с этим. Я вечен в своих куплетах, мы лечим то, с чем не можем бороться. Если мозг искалечен, разум не скоро вернется. Он разрывается, рвется, я видел черное солнце и выбирал то, что нужно среди предложенных опций. Да будет борщ, борщ, тебя кидает дрожь. Это Трипули на связи, почувствуй мощь, мощь. Побольше мяса и жира, еще добавься огня.